И как же мне к ней проехать? Кстати Это говоря, конец. ночь. Эй, ау. Ну что ж, раз у нас машина взорвалась, да и... Ё-моё, какого хрена? Все, больше никого не надо привлекать сюда. Ё-моё, я слышу. Давайте мне внедорожник и фургон. А, теперь подогнать, чтобы можно было скомбинировать. Грузовик из хлама. О, да! Я не помню, катались мы на нем или нет. А. Нет. Ну да, я решил, по идее, сейчас первый раз скрафтил. Как он странный как-то. Работает. Или они... Так, значит, сзади у него канистры, значит, он взрывается. Он странный как-то. Действительно работает. Она сейчас надеющаяся, правда? Ой, хватит фигней страдать, поехали уже. В этой серии мы особо много ничего не сделали. Жалко преграды, баррикад, то есть никак нельзя ломать. Прям по лестнице вверх наша ракета взлетела. Еще что-то можно сделать. Вау. Ах ты, блин! Так, я ведь тебя. Ай-яй-яй, давайте отойдем от мотоциклов. А то я их задену, и они взорвутся наверняка. Чё ж вы все сюда по ночь приходили-то? Какие-то вы резвые больно, у вас... А, окей, ночь. Мини-байк. Мило. Вау. Сильной атаки у него нет. А то как можно ускоряться-то? Выглядит странно, достаточно выглядит. А, погоди, так это велосипед у нас типа маленький такой. Я вообще не туда еду. Куда надо ехать? И сюда мне тоже не надо ехать. И он
как-то вообще клоп разворачивается. Вообще правильно еду? Да, и даже в другом городе. Ой, блин, ну почти. И как мне теперь доехать? Как мне теперь доехать? Окей, вот там надо сюда. Опс. И интересно, так через баррикады можно перелететь? Если можно перелететь, то... Надо отсюда валить! Это очень интересно, офигеть. Я взорвал его. Прыгай. А, вали, о, вали, блин. Вали. Хотя бы фургон сядем, давайте. Слезь с машины! О, сейчас еще будет 3 минуты этого. Закапываться. Где-то справа чертеж. Хрен с ним. Так, ну сейчас налево. Спасти членов семьи. Их много, что ли? Я всех вас заберу с собой. Вы не троните меня. Не троните. Мистер, если увидишь моих родителей и брата, постарайся их защитить. Пожалуйста. А я пойду обратно в лагерь. Спасибо. А спасибо. Это твой лагерь? А, вон они, блин. Я сейчас еще и сдохну так. Прочь, скотина! Спасти членов семьи. Пипец, как вы далеко. Ребята собрались. Да бегишь ты уже. А, вот это была пробежка. Это охренеть, а не пробежка. Я же их не успею всех спасти. Нет, помогите мне! Нет! Уберите меня! Нужно оружие! Кто-нибудь, помогите! Пошел ты! Ну что, все, не все. Пожалуйста, если найдешь их, скажи, чтобы шли в лагерь. Так, а где-то еще далеко. Да, вон. Еще 160 метров. Ну, тут есть вот эта штучка, я заберу. Это они? Нет, это какие-то, походу, плохие. Сукин сын! Да я еду, я еду. И это, держись. Главное, держись. Отвяй! Этот как, жив? Ух ты, блин! Их всех надо зачистить. Я не хочу умирать! Они везде! Вау! Это я еще не видел. Я не хочу умирать! Не умирай! Посмотри, как я их мочу.
Они везде! Я не хочу умирать! Ну, сейчас сломается, чувствую, у меня эта хрень. Чё, все вроде? Они везде! Всё, кого ты видишь? Эти что ли тоже? Я не хочу умирать! У меня же по идее нету, да, больше никакого оружия, ты видишь? Очень больно. Убирайтесь! Я не хочу умирать! Они везде! Моя жена и двое детей потерялись где-то там. Ты не мог бы поискать их? Мне нужно обратно в лагерь. Еще кого-то? Ты куда ползешь? Куда теперь? О, спасаем членов семьи. Пипец, мы добрые. Брысь моей машины! Ёлки-палки, мы тут что, не проедем? И что мне делать? Объехать их-то можно? Нет. Как же мне их спасти-то тогда? Ну что, без машин туда перейти? Да хватит там все врезаться. Эй, да, ну нафиг. Попробую просто пробежать. Беги, беги, беги. Хочешь на счетчик? Ну, пусть хоть что-нибудь у нас будет. О! Где-то блюпринт должен быть. Ну хрен с ним. Пошли спасать. Ну, по-моему, среди всех транспорт, то есть среди всего транспорта, брысь! Самый крутой транспорт как раз таки тот, который с самого начала давался, то есть это тот мотоцикл, который соединяется с катком, и молотильщик, который с лезвиями, с бритвами. Уроды! Я выйду. Блин, мои родители с братом где-то... Они неплохо дохнут от обычного счетчика. А я вернусь в лагерь. Назад! А, все, я выполнил, да? Какого? Так, хрен с вами, хрен с вами. Моторное масло. Отвянь! Это действительно какой-то пипец. Слезай! Вау! Трактор! Трактор! На атаку он поднимает. Просто поднимает. Вау. Это его еще и можно соединить, видимо, вот с этой херней.
со скорой помощью. Я надеюсь, будет что-нибудь крутое. Шикадозер. Шикадозер, да. Вау. Что эти штуки делают? Это всех вокруг только могут? Или что? Ну, едем мы вроде как более-менее правильно. Да? Нет? Свободно перемещаться. Тут не зачищено есть. Если зачищено безопасное зона, не хочу ее расчищать. Замечена цель. Вы охренели? Вот вы идиоты. Нам нужна поддержка. Вы шутите? Вижу цель. Что стреляйте это? Цель поймана. Нужна помощь. Так, я могу вообще туда как-то заехать? Валим. Взрывайся. Пожрать. Что-нибудь пожрать. Срочно. Ёлки-палки. Последний шанс. Вот дерьмо. Он взорвет свет. Пожирать. О. Ну, как никак хоть что-то. Или мне это... это не это мне надо было взрывать. Этого должно хватить. Передатчик первый отключили. Ладно, думаю, уже достаточно тут набегали. Мы все ближе и ближе к тому, чтобы наконец-то построить самолет. Да? Давайте гранаты кинем в кого-нибудь. Да, ребята. И думаю, скоро мы уже как-то подойдем к основной кульминации событий, что ли. Потому что, блин, уже сколько играем, и нифига нет никаких психопатов, которых можно было бы убить. Тогда же неинтересно. Ну что ж, с вами был Кирт 5, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока.